Это видеоблог. Приветики. Кто это? Агата. Даниэль, куда ехать? I'm not leaving. Ладно, ухожу из кадра. Дочь начала помочь. Ну вот, польское веселье. Так что, девочки, налетай. Ну, с тобой видать проблем нема. Не, то мне нема, ни с кем проблем. Рыба, карась, игра понеслась. Воу, веселье! Где я? Там, я ж фільмую. Короче, тема така. Мою школу костела, и выхода больше нету. Так он так и жизни не видел и поженился. Вот так вот. Бедный парень. Не можем, 67 лет ему. Что он делает? А мать она у вас закон? Ну, есть девчина. Такие варианты, але непонятно. Ну, он хотя еще бы якось. Сам не бежится. Не. Мы ему даем, а он не побежит. Не. Тяжко. Чим Барселя! 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 Я тут. А души. Як мовил мой коллега с Флориды, блястим, базастим. О, молодая наша. Дорогие подписчики. Это какой-то конкурс, Олег, почему стал, да? Давай, одевай. Называется Ведарей. Ведарей конкурс называется. Давай. Дорогие подписчики, приветствую вас, Парагдос Ленина, Патрия Каролина и Толлока. Разнос. Гарантирую. А поколкас речи с Байктас. Настроение. То мама тут и наливает. Чи мама щаслива, що сина даєш щасливо, для жони? Щаслива, бардзо, але я, ну все ж, сина не мам. Ну ж, да. Все. То зосталося ще то? Зосталося ще цуречка. Це цуречка, ну. Що? То ж бенді. Бенді. Друга кобєта є, може бенді мовити. Так. Що робить? Так, аж доля менська. З єдної кобєти до другої кобєти. Давали, віддаємо. Ну. А от Стасіка ми ще не вдалі. Стасіка віддадим. 67 лет уж було. Стасік так і капризний, що не може знатися. Я не вім, які реколаві мої у нього там. То, видите, він просто самий важливий юнік із Веніншизни. Я так і поняла, що ну ніяк, ну ніяк. Я здані на контракт писав, що я не умру. Ви, наверное, підписали, що ви з принципу не женитесь, да, да. Наверное, такий контракт. Ну, я говорю, типа, роль не женатика. Да, да, да. Столько красивых девчонок на каждой басели, каждая суббота. Да? Заняты. У нас уже появляются сомнения насчет Стасика. Ну, может, помогаешь. Он власть в партию попадет скоро. Фотосессия. Они снимают фотосексию. Тут дядка чуть не в два раза вопрос. Ну, Стасик, что ты думаешь про Патрицию? Патриция – очаровательная девушка. Это кому-то достанется просто сокровище золотого цвета. Она будет радовать и баловать, так что… Но. Все пальцы оближешь, короче. И не только. Зараз, справдим, чи ми шизна дата пам'ятаю. Яким роком? Сюда, все, тебе будем дальше. А який день? Месяц. Чудесно, что мы дали себе маля. О, весна.
Классно. Видишь, помета свою дату. Ага. Что сейчас. Треба только у бабки запытаться. Ну. Точнись. А Саля где то было? Як? Саля в якому місці то було? Вдома? Вдома було. А где то було? В якому? Ну, де мішкиняють. Возіля, я думаю, це тепліці. Ну. Мужики. То, а, ну рані вдома робили ви Саля, так? Так, ми там мешкали, ну і... А на вулиці чи в хаті? Ні, вдома були. Блоки, зидлі, столи зроблено так. Угу. Ну? Ну так от. Ну, где-то самое мало 60 людей. О, яка бабця, один добрый. Як, родина велика, а? Так. Нівя, може тут якось? Тут шістки разом зараз, так? Обще. Міля Полутовка. Ну, це ваша сімейна фотографія буде на пам'ять вам. Улыбайтесь. Зможете ще повісити з друга з боку. Василя. Дивенцы. Что-то смотрю, дедушка не очень рад, что вы сели. Дедушка, улыбайся! Дедушка, улыбайся! Ай, на колесах. Не те колеса дали, раз так и смотрят. Чекайте, забачим цитата. В камеру показывай. Мне так, так. Батя, сейчас не бжух. Вот так. Какой там бжух? Вон, посмотрите, во. Где там бжух? По традиції. І що, ми очутились уже у молодой? Так. Какой переход получился. Шустрый, да? И сейчас мы пытаемся поднять дрон. Давайте заснимем сегодня, какие у нас красивые девушки будут с нами. Да? Какие вообще. Ну, посмотрите. Красотища. Вот это наша молодая. Да, молодая, посмотрите какая. Самая красивая девушка. Очень, да. Живописная какая у нас молодая. Убежала, испугалась нас. Передумала, походу. Ну, так недаром 8 лет вместе уже. 8 лет? 17 лет, представляешь? Так он так и жизни не видел и поженился. Вот так вот. Бедный парень. Ну, может, не бедный, наоборот, повезло. Кстати, хоть жизни повидал. Битый волк. Помотала меня жизнь. Жизнь. Прошел воду, огонь и медные трубы. Алло. Кветин звонит. Алло, привет. Алло, бля. Сам... Ты в эфире, задавай вопрос. Подписчик. Даниэль, куда ехать? Я там не могу сказать, куда ехать? Забош, а ты уже в Молдагу выпустил, что не? Не, я Молдагу не могу знать. О, яка ладно, на сукенка. И там эти целый час жить? Нет. На родину. Правильно, что там? Там же неинтересно ему видеть. 37 лет и не женился. Вот 37? Что ему делать, чтобы пожениться? Не верится, что 37. Ну, по уму тогда, но имею в виду, что... Что сделать, чтобы пожениться его? 37 лет. А что ты сделала, чтобы поженить своего? Что ты ничего не делала? Да, знаем у вас ничего не делала. Где-нибудь вот застегнем. Ииии, собака какая! Ай-яй-яй! Ты будь ты как в кадр. Сейчас на сик, это еще со страха забирай. Ты южина? Что меня любят сик. Ты не шути. Всегда пойдет туда, куда не надо. Хватит бы, что за мужчина. Приветики. Мы сегодня собрались на свадьбу вот этой прекрасной девушки и прекрасного жениха. Теперь происходит фотосессия. Я не очень хороший блогер, я уже поняла. За минуту, не знаю, 1000 слов, наверное. Так. Ой, раз, два, три. Не умеем лечить в чак. Одну держала красиво, так, во. Так, знаешь, может так, чтобы во. И в сторону окна так посмотри. В сторону окна. Эти фотки Стаси делает для себя. Он даже по любому, кстати. А это? Это супер платьишко. А это нам в кадр попадает. Ну, какова красота. Какова красота. Шоколад. Я не фильму, я дубти. Не, я мою для Стасика, чтобы это сам. Она так и ладно. Пошла застегивать. Да, ё-моё, что ж. Давай сейчас начинаю помоться, дождь там. Иди сюда, лайк. Всё. Улыбайся. Нет. Мы будем сидеть целый день так. Как ненормально.
Я вам надію, хоча ж б на відео, бенда, ладно. Воно якось так фільмує. Ну, так. Якось дуже близько, ні? Добре. Нормально. Вам тих інтимних речей не фільмується. Все одно хто би не забрав. Ну, не вім. Я ж хотіла тут ножка подимовати. Это відеоблог. Каміля спрашивает у Агати, что у нее за татуировки. Что это такое? Ой, раз, два, три. Раз, два, три. Это бабочка. Это глаз. Это роза. Там вам не важно? Со, там юж мусияки колик половые органы. Не. Ладно, разочаровала ты меня, Агата. Тут типа пистолет на рука. Видишь, она стреляет. Ну ты прям, ну ты прям гангстер. Агата, гангстер. Вот это гости, подписчики с Латвии приехали. С Англии. А, с Англии. Да. Вот. А это тоже с Англии. А вы с Латвии, да? В Англии сейчас, с Латвии. Где лучше жить, в Англии или в Латвии? В Латвии. Лучше в Литве. О, молодец! Вот. Так, молодая готова на выдачу. Все, как говорится, при ней. Надо немножко походить. Так, вот тут еще подписчицы пришли. А. Вот подписчик тоже. Как молодая и красивая? Супер. Супер, ну? Без слов. Супер. Повезло молодому. Поведлося. И молодой теж. Ну и молодой теж, да. Так, мама, что-то все поверишь. Будущее теща. Ну вот. Польское веселье. Традиционно. Мишизна и кубета. Прошу забачить, как на другий день люди пошукувались. Тут то бенди весело. Другий день, Стасик, у тебе мусить быть так и самое. Всички подписчики, перший день можешь подписчиков не волать, але на другий день всех подписчиков мы волаем, на Стасика Веселя, еще раз волай даже, волай. Терас. Дорогие подписчики, зовем вас в 2050 году на свою свадьбу, нас с Данилем. Будет у нас вот в таком же месте второй день будет проходить. Так, Патриция увидела рыжую и бэмку, а еще это и в ней... Два самые быстрые бэмка в Вильнюсе. А еще и в ней начинка. Олег Кветень. То Патриция... Сэм пакетом. Сэм пакетом. У Патриции аж все развисло. Вот. Все, пути назад нету. Давай, стать кроны. Ты всех я молю. Прямо тут, да? Прямо тут, Стасик. Далеко идти не надо. Где твой персёнок? Нема. Так что, девчины, пишите тему хлопца, Оля Кветень. Он не организуется споткання. Я ещё играть зашел, что он фальшивый. Мят, то уж лепшего явнейки себе не найдется. Я же вам гарантирую.
Что? У тебя много самоходов, да? Погляди, в самоходе, как это? Падает самоход. Василиска у нас, пусть не погуляем. Канапечка отборная. А где замовляли вы? Во. Во. А, во. Мама, где вы тут замовляли? Хади... Хаддай фуд. Все культурно сделано. Як на смак? Сват, як на смак? Нормально? Свежу стакан. Стасик, як до твоего бжуха хурего? Старая. Во. Забачьте, подписчики. Канапки, Патриция апрувет. Так. Улыбаемся. Маша. Добрый. Вот. Добрый. Этатные гости пришли, поздравить. Так, ну вот, подписчики забрались. Так. Я зафільмував, потім просили розбачити, хто пишет потім. Ні. Ні в Ютубі, потім на господиня побачить, хто пишет поздравить, потім, ну, я це. І потім до Бенді. І потім до вас прийде поздравити. Ай, ну то дуже приємно, це дуже. Так, ну вот, два свайоня унікеса в одному місці. Стасик і Олег. Скооперироваться. Так що вот. Девчина, пишите, Stacy FX, Оля Кветин, Facebook. Свободная, ладно, хлопцы. Кто лепше? Давайте поставим голосование, кто из них лепше Евникис. За Стасика пишем S, литера в комментариях, за Олька О. Все уже перебор, ну, я-то напишу S, но... И кто наибольше наберет этих любви подписчиков, тот будет самый лучший Евникис Веншизна. Стасика... Последний шанс найти жену, он купил себе машину. Девушки, как хорошая машина, посмотрите, Стасик себе взял. Я на моде, пача, я к машине. Он жену, а жену, о, мод. Стасик. У нас просто Стасик на поженить с цами, и машину свою прикупил, чтобы надеть девчину нормальную. Ну-ка, вы его жените, кстати. Ну, ну-ка, а что зробить? Кто-то машина, знаешь. Стасик наш фотограф. И он на веселье на той машине приехал, чтобы уж нарешиться, может, кто клюнет хоть на наживку. Ну, на машина салона. А у нас пытали самую так. А, блин. А вы будете нам... Ну, ten час вы тут... Не судьба, не судьба. А може судьба вас і спасла від Стасика, бо ви ж Стасика то не бачили, може вона спасла вас. Потім плювалися би, з ким зв'язалися. Обв'язалися би. Ну, машина все одно добра, якби, так? Все запухано. Ты видел же твою ассистентку блогерша? Да, я все. Подождите. Что я не знаю? Что ты не знаешь? Уже я блогерша. Бенда дуже пінінці заробить нам вдома. Отлично, отлично. Якщо будеш пінінці заробить, то отлично, молодець. Я свободен. Ти свободен. Так, а вот у нас зразу майстер чистопої до роботи. Бачим? То найліпший майстер в застянках. Так, то найліпший майстер. Він ходить, поздравив всіх з веселями і робить прически. На сьогодні компетішн, у кого краще машина, тот буде краще жених. Так що, дівчатки, не забувайте, що у кого BMW... Стасик продав Volvo своє, нікому не нужне, з крашеними сидушками. На вот это поміняв, смотрите. Так что, девочки, налетай, налетай. Все, не спукаешься, кто ладно за рулем. О, девчины уж удрацаются, видите, вон уж. Девчины уж на Стасика започились. Во, забачьте, о. Вот это хлопец. И, или ты запошлял же так, шенстя? Секретная информация. Ну, мы так и все же это не повешим. Але девчинам тут вместе сподобалось. Она вот разложившиеся душки стилуешь. Одразу готовы на все. Одна здесь и две там еще садятся. И мы едем кататься. С
Сразу три жены. Ну, да, можно побыть шейхом. Ну и передай привет своим подписчикам. Целую, люблю, обнимаю. Что сделать, чтобы Стасику пожениться? Я можу себе пораду дать? Что ему сделать? Ну не, може самохід. Не, самохід теж добре. Ну, добре, дівчини знали. Він це по веселях їздить. Він це фільмовать. Ой, дякую. Так. А ваша порада, що Стасик робить, щоб цей поженіться? Чинцей на веселі їздить. І коло машини чинцей стати. Та не в'ємо, чи самохід буде. Стасика, Стасика. Зато ви його і заблокували зараз. Ну, так, а то корабель на веселі чи Стасика? Стасика веселі, якщо Бензі, то мене запрошено в шістки люди, це взагалі є. Тисяч людей Бензі. Ви теж Юж запрошено річце. Ота відео покажете, за що ви запрошено? Чекаємо вас в 50-й рік 20 січня. Чим дожиєте? Ми ж не так і старі. Ну не, будемо чекати. Раді того, то дуже. Хроньте себе, щоб на веселі Стасика дожити. Обов'язково. Як Стасик себе хронить до веселя, до таких лят. Як сам дожиє, так. Я стала блогершем, коли споткала пєкної невестки Кароліни, яка примисляла вийти замуж за Томка, а не тусити з другими пацанами. І все. Вот, ten день настав. Я і блогерша. Оповідь о ній, як вона з ним запозналася, чи то ти віддала то? Як вона з ним запозналася? В школі, в школі. Вони в одній школі вчилися, так вони 8 лет разом. Піпець. Я тиля не живіля, вони разом усі. А іли ти разом? Я? За своїм? Два бензі, шибко. За два місяці. А віля ти за своїм. Не в щастя, в радості. Кулуча хлят. Я роки праве два лята. Алло. Я ж все. Все, так что ко мне не разговаривать. Подписчики ей писать не надо письма. Да, в директ мне не пишите. Можете только деньги высылать. И ты, девушка, тоже в директ не пишите. Да, потому что я еще не замужем. Нет, але кольцо у тебя. Это нет. Кольцо не настоящее это? Нет, не настоящее. Кто намек? То ты сама собі купила? Не, он мне купил. Але он повідав, що я купую это кольцо, але то не остатнє кольцо. Кого? Сам усіх бензу щекати на 8 лет. 8 лет, да? Як Стасик 17. Стасик 17? Йому 47. Піпець. Я то не чекала, видиш. Быстро взяла все в свои руки. Все. Ну, с тобой видать, проблем нема. Не, наоборот, со мной очень дуже проблем. То мне нема ни с кем проблем. Ай, вот. Да. Ну вот, видим, как серьезно у нас в Памерге. Позвольте, как ладно еще. Красавица просто. Комусь добра жена попаднется. Ты добра жена бендишь? Певне, сама найлепша. Може, не така добра Кароліна наша, але теж второе місце точно обезпечено. Є у мішок. Дарок у мене готовить. Все понятно з тобою. Все, до свидання. Веселя! Рюмашечку, рюмашечку! Веселя! Короче, ребятки, настроение, пушка, просто огонь! Веселя! Кулесь, кувет поросло! Кувет! Мы тусуемся и нам... Веселя! To all of our vulnerable people, which is why it's important to limit infection. And Yodi, if I can use your everyday name, the 30% increase in infections globally over the past fortnight at the World Health... Музыку в студию! Колесник в восторге! Это можно поедать? Дарек, то не нюхайся. И не ешь. Да. Барзу, шиску весело, в шиску бензи добже, я надеюсь.
ми не напіємося в чесний час. Ні, ми не напіваємось. Ми мами розум і ви на світі. Аня просто потім сфільмує, як я, де ти чуть вийдеш з самоходу, і тебе просто епік. Ми взагалі з Дарком десь за рулем, якби ми не п'ємо. Ну, як завжди, по ідеї. Ага, реакція, просто смієшся. Як завжди, ми за рулем з Дарком, але ну... Ми не як завжди за рулем. Найчастіше. Бардачок. Я бардачок. А то DJ Randin. Мікрофон забув, сорян. А поколка стрічі з Бейктас. Кароліна, Шафран, я вас люблю! Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки? Ай-яй-яй, девчонка, топ-пы-топ. He's got his strong beliefs. My love has got no power. He's got his strong beliefs. My love has got no fame. He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs. One more and more. People just want more and more. Return in love. Рыба карась, игра понеслась. Максмаго! Короче, тема така. Ми в школу костела, і виходу більше нету. Вот. Давайте. Раз, два. Повідці, значить, в сповіді були? Були. Кеди. Ага, кеди, ти ж, ну, барто давно, на комунії. Але це не значить, що я не святий, що, ну, ми ж як же. Ти просто не грешив. Да, ми всі трохи грешимо, але ну то не значить, що я, ну, всіх добре. Так, кеди в сповіді були? Ой, не пам'ятам, але теж дуже давно. Так, коли ти прийде? Вчорий. Я дуже... перед костелом Гжеші одразу дуже... сходила. Гжеші, дуже... Гжеші, дуже... Гжеші, дуже... Був. Я його запроводила. А, це ви разом Гжешиться? Конечно. Понятно. Вже з новими гжехами. Вже було це оповідь це. Ми хочемо свого фотографа поженити. Не можемо, чи десь відомляти йому. Що він робить? А мається на увазі закон? Ну, є дівчина. Такі варіанти, але непонятно. Ну, почали, щоб я якось... Сам біжися. Ні. Ми йому даємо, а він не побере. Ні. Тяжко. Що з ним робиш? Старим подостякам тяжко жити на світі. Аня, закорілим. Закоренілим таким, закоренілим. Ну, ні, смотрите, ми шукати будемо. Як у школі, так? Да? Зв'яжемося його. Спантайте. Зв'яжем, так він потім не так помисли, може, ну, захочемо з ним надругатися над ним. Ну, ой, асистентки йду готовиться на стартову позицію. Все, я що? Ну все, ні пуха, ні пера вам. А, к чорту. Ні пуха, ні пера. К чорту. Ну, цьому молодих, хтось жениться і що? Ще мислі? Ще не пусть. Іж пусть. Іж пусть. Ні, не пусть. Іж молода рішила. Так, я вже рішила. Але вон там та пані це стоїть на сходках, то вона іж паче, щоб тут ніхто не втік. Вже бо ж було пізно. Давайте ви заходьте, подождіть. Давай. Все смотрю з улибочкою. І на раз, два, три кричимо Василя! Василя! Хорошо. Ззаді галерка піднімає руки кверху, коли кричать. По сторонам можуть отак от ручку підняти. Що, тут у нас друг з'явився новий? Василя! Василя! Бекс,
Барсела! Пластим бо заснім! Пластим бо заснім! Пластим бо заснім! You will be in the wedding video, man. You will be in the wedding. I made it to the video. You made it. You made it. То були Анжеліки Шоу Негрюкас. Альон ще раз не працює. Його уволили. То обістався наш тен. Ходить по вулиці зараз. Попиває. I'm not living. I'm not living, guys. You're not living. I'm not living. I'm not living. You're not living. Thanks, Enjoy it, enjoy it. Man, I will. Hey, guys, thank you so much. Okay, we'll help going. Okay. Veselé! 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 Еще. Underground. Чекай, давай здесь. Я два на два рекордсы. Глаза в глаза. Фонтанчик с черным дельфином. Починається дочепілися до людей. Ну, діти, чи гриву ж так, як? Юрія Галесія, отець. Як мовив мій колега з Флориди, пляшлям, базастям. Я почув мав тебе колеги з Флориди. Веселі! Там другий мікрофон. Мілін з той мікрофончик, главное, не припукайся. Ну, може, дай тобі. А! Як ти сам в Огулі, хто жениться? Це не вім, не вім. Не багато хіба, не? Веселиться весело, але жениться не вім. Пашент на жениха так смуток біже. Да. Взагалі не узнаю пацана. Так і спортили, попортили. Спортили уж. Да. Чому ви на мальчишнике не відмовили його? Старались. На мальчишнике вроде мой... Ти були? Во! И... Давай, давай! Жениться хочешь, то неси! Давай, давай! Я ж передумал, чую. Я тебе зараз чую, зроблю. Вот с мостика, если в пруд кинешь, тогда можешь не жениться. Он не шмовил, он не шмовил. Где мостик? Во! Покажите мне его! Все поведели, что у вас в банде по 10 дети. Як ти готов? Я то готов, то вже непонятно. Готова к 10 трьом, да. Трьом? Маловато. Достаточно. Если няни будут там все дела, ну тогда можем подумать. Так, Боб, фанлоды. Да. Самая активная ассистентка. Диего! Voy, voy, voy,
креативный ассистент. Работают видеографы. Бо. Оля Клетин. За здоровый образ жизни борется, не дай курить людям. Похоже, по руки не отнедали, а тут как рупинася юсу свеката. Мятим. Ну что, двигаемся в секретную комнату, где молодые готовятся к первому танцу. Давайте заглянем, посмотрим за кулисы. Итак, они уже молятся. Они молятся. Атмосфера накаляется. Чем ближе к танцу, тем чем страсти кипят больше. Вот так вот. Никогда не поздно потренироваться. Даже спустя еще... Ну, уже скоро начнется первый танец. Даниэль, а у тебя был первый танец? Да, у меня, кстати, и... Может, наверное, покажем даже. Сам ставил. Там, конечно, он колхозный, как и вся моя жизнь. Но я, для меня это было круто. Типа хореографию сам придумал? Да. Ну да, хорошо. А вот после этого вот будет ставка, как Дани танцует. Если я найду... Зараз ми побачимо пшепенкний танець наших молодих. Дорогі підписчики. Може, і зафільмуєте камерки на танець? Зафільмую. Привіт, дорогі підписчики. Це відеоблог. І що мається до повідомлення? Почекайте. Сьогодні програма «Внутрі снігової лавини». Ні, не так. Все, пока. Дорогі підписчики. Пані Ева, стрижна сестра, це у мене доповідання. Пані стрижна сестра стесняється. Дорогі підписчики, це... Чекай. Це у мене доповідання. Це у мене доповідання. Вечір тільки починався. Все у нас ще впереді. Все у нас ще впереді.
Танец. Національний конкурс. Хто не перший? Так що вчися не для мене. Ага, ну вот. Шановні панство, попросимо до шеврева, запрошуємо молодих до шеврапка самі. І я така маленька, ото-ото, грудінька, полиця, лізаєм то. Така я не гусі, та в мене коні, хлопає глазами, зєво, право і потало. Я така маленька, ото-ото. Скажешь, что я ее любимый парень. Так, Патриция, скажи мне. Мне кажется, не будет слышно. В каком месте у нас будет свадьба? Деймагра. Деймагра, да, точно. Ты забыл? Забыл название. Так, о, видим, тут я какие-то нам секреты робя. Секрет фирмы? А на ваших базарях теж так було, чи жуцалі? Ні. Ой, на наших так було. 26 років назад. О, ну але ще, як мовився, при літі? Що літі? 90, да? Ні, рублями ж платили, що вагнорками? Вагнорками, о, так. Хто на базарі грав, вас не пам'ятаєте? Пам'ятаємо, Станіслав такий у нас. Зараз ще грає? Грали, я ж тільки хіба не по веселях, а тільки так, по родинах. Пшисто стежки, пшисто дружки, пшисто мовил у нас на веселі. А вас не пам'ятаєте? У нас був Шумську такий, такий цікавий чоловічок. А у нас був місці з міськоном, але ж зараз не пам'ятаю. Моя мала. Это какой-то конкурс, Олег, чему стал, да? Давай, одевай. Называется Ведарей. Ведарей конкурс называется. Давай. Залупка. Ведарей. Не отвлекай. Конкурс Ведарей. И же час, что сразу распеваемый. Стала, стала, не живем, живем нам. Еще раз, еще раз, не живем, живем нам. Но ты еще раз.
люди, люди. Опа. И... Эх, скорее! Чуть не музыка. Ну вот, дорогие подписчики, наша рубрика «Ваши вопросики, наши ответики». Когда лучше всего делать фотосессию, перед церемонией или после? Я думаю, что лучше всего делать после церемонии. Тогда не надо спешить. Вы спокойно сделали церемонию, уже у вас прошел этот мандраж, потому что перед церемонией вы все равно стрессуете немножко, там что-то такое, ну, есть внутри. А после церемонии вы поехали на расслабоне, тем более можете выпить спокойно, расслабиться, и тогда будет отличная фотосессия. А как ты думаешь? Да, я тоже полностью согласен, потому что до церемонии потом переживает молодая, что платье выпачкает, прическа разлетится, или ассистенты просто набухаются и пьяные стоят в костеле, потом кривляются. Как, кстати, всю свадьбу. Следующий вопрос. Так. Самое лучшее время года для свадьбы? Ну, очевидно, это, наверное, лето, либо начало, либо конец. Это август, либо начало сентября. Я думаю, потому что самый мягкий климат, уже не так жарко. И чаще всего... Все цветы выросшие, все уже зацвевшие. Да, все отцвевшие, все выглядит хорошо, прекрасно и не жарко, самое главное. Или спалю пикюлик, когда золотая осень. Я делал свою свадьбу тогда. А ты когда делал свою свадьбу? У тебя была в спалисе свадьба? Золотые листья были. Ну да, тоже красиво. Но там уже как повезет, уже такой есть риск. Но что... в этом году еще повезет. Думаешь? Будешь делать? В этом нет. Вот на этом веселой ночи и закончим. Прошлый пальцев, ну то, что узнаемся с командой The Pictures, Станислав FX или SX? FX, мой пальцев, наилепшая дружина. Дякую за співпрацю, до побачення, до наступного спокою. Обов'язки для них, дані фабриці, як і станції.